Сотни горожан продолжают замерзать в своих квартирах по непонятным причинам. Батареи остаются холодными где-то во всем доме, где-то в нескольких подъездах. Тем временем городские власти сегодня отчитали, что теплосистема запущена полностью. Мерзнущих екатеринбуржцев возмущает еще и то, что многим уже выставили счета за отопление. Искать тепло отправилась Анжела Брик. Температура нуль. Или она совсем холодная практически, можно сказать. Отопление в доме на Цвилинга есть, но только на бумаге. На деле от батарей веет не жаром, а холодом. Они остыли уже на следующий день после запуска тепла, рассказывает Клавдия Ивановна. И с тех пор погода в квартире переменная. Сегодня температура воды в радиаторах настолько низкая, что хозяйка вынуждена кутаться в теплые вещи и включать электрический обогреватель. Я плачу в полный объеме, все за все плачу, у меня долгов никаких нету. И вдруг я вот такой вот получаю удовольствие. В холодной квартире замерзать. Это я, значит, плачу за отопление в полном объеме, да, и еще набираю электроэнергию, еще набираю. 400 с чем-то рублей нашла за какие-то неделю. А вот жильцам дома на Колхозной в Большом Истоке повезло еще меньше. Насос, который нагоняет в их батареи кипяток, сгорел. Управляющая компания который день обещает починить. А пока люди греются своими силами. Ну, сказали, что завтра сделают, но не знаю, сделают, не сделают завтра. Каждый день завтра, говорят, каждый день звоним, пишем, и толку нет никакого. Так вот, у нас целый подъезд мерзнет, детей много, беременные тоже есть. До сих пор в своих домах замерзают сотни екатеринбуржцев. Хотя все теплоносители в городе запущены, отчитываются коммунальщики. И в том, что многие квартиры и целые подъезды до сих пор не подключены к системе центрального отопления, виноваты, как правило, управляющие компании. Нам известно об обращениях от жителей города Екатеринбурга, которые жалуются на то, что в соседнем подъезде отопление есть, а в нашем подъезде нет. Поэтому здесь мы рекомендуем обращаться в управляющую компанию за информацией о том, по какой причине нет в том или ином объекте отопления, либо звонить по телефону 005, это единая диспетчерская служба. Если радиаторы и после жалоб коммунальщикам остаются холодными, жителям следует звонить на горячую линию. На этой неделе она проходит во всех районах города. Телефоны можно узнать в местной администрации. Анжела Брик, Влад Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.